Шака, Декс и Эмма Боя. Быстрее давайте. Два Вока должны быть Декс. Не Декс, там, а Эмма Бой, по-моему, и Пепелок. Демонец там будет. Я уже и Будреван. Эмма Бой и Будреван с станами должны быть. Сум. Принимайте Сум, Шака, Дексиона, Эмма Бой для всех Сум. Ой, а я, наверное, мне нужно уйти, да? А, ты здесь? Да, я просто тут стою. Да, Лерка, улети пока. Теперь хила идем. Да. Ну, такое ощущение, что тролль еле бегает. Никита, закинь МКшку в Будревана лучше. Я все равно буду много чего делать. Все, Сэндзик здесь. Ему будет аксионный ФК. Давай, Ярик, иди. Череп, Сэндж, ты других. Держи. Милики, пока не трогайте. Ярик, отведи еще. Маха. Сэндж, чуть-чуть левее стань еще. Милики, идите, бейте. Ярик, потом идешь звездочку пуляешь. Окей. Сэндж, ты тех двух еще пуляешь. На себя. Давай, Ярик. Ну, иди уже, звездочку, тяни. Сзади, сзади, не ромбик. Не ромбик. Ромбик. Ладно, иди ромбик, иди ромбик, иди ромбик, ничего страшного. Подбегите только чуть-чуть. Никита, близко стоишь к ромбику, умрешь, все нормально. Блять, там не видно даже вашу звездочку, блять. Череп еще поставил, Ярик. Вижу. Следующий череп будет. Никого, смотрите, под лицо не заходите, Сэндж. И дизармы не закидывайте, не жалейте. Да я подвел буквально его, ребят. Подведу. Я не... Беги, Луна. Что можете старпол вязать? Эмма Бой тут заходишь, да нет. Если нет, то зайдет Женя на танка, тогда стреля похитили. Ярик, ну там, где прыгнет. Блять, какой тролль медленный, а? Он почему такой? В смысле медленный? Большой, медленный, блять. Чарку на тапке сделай. И скорее всего моделька такая медленная. Ну да, скорее всего, так и долго бежит он. Вот у гномов это вообще просто как тараканы ногами двигают. Еще под уголем можно. Ярик, ну ты сейчас нормальный ДПС лупишь или хуета, или лучше тебя в танке ставить? Не знаешь, не тестил. На манекене скажу, получше сюда, получше стало. А как оно, блядь, было совсем непонятно. Даня, Декс тут. Эмма Бой, Декс. Даня писал, что курить это идет. А, не видел. Окей. Ну тогда Саня Костреля в хила, Женя сейчас хилишь, зайдешь на танк. Ярик прыгнешь в ДД. Где Боя? Ну, Андрюхи, мастер лут. Надо еще подумать, какой тут бегать этой, блядь, со своей. Либо со скоростью, либо с критом. Там крита 2% дает, конечно. Все, я в ДД. Да, давай в ДД, стреля тут, Саня. Да, да. Женька, заходи там на одну танку. Так, теперь попробуем, так как предложил Пилок, на две пати разбиться. Одна пати бьет слева, вторая справа. Сейчас я постараюсь их сделать равномерными.
Это будет первая, вторая пати. По мобам, на первой фазе. На второй фазе все милики остаются, кроме мистера Бонда. И ханты помогают с напулами. Он на пуле и продолжает бить босса. Так. В первой пати шнурки. Давай, мистер Бонд. Барменталь. Во второй Буаз. Бета-тестер, трусователь, шмыга. Вот так. Короче, первая пати это слева бьет, вторая справа. Ярик, ты ко второй относишься пати. Все остальные... Сэндж, ты тянешь в левую сторону, если что. Моба. Окей. Также, те, кто здесь... Да, ты гриппаешь и ведешь, если это милик, ты ведешь его очень аккуратно, чтобы не завел под лицо к... Смотри, ты с лестницы ведешь моб. Не, все, я понял, я все понял, я думал, я просто одну из сторон. И ведешь влево его. Окей, окей. То слева танкует. Женька, так, слева будет танчить, давай, моя госпожа, там два напула. Будет Чмыга и мистер Бонд. Справа будет Андрюха танчить, и на него Буаз будет напуливать. Также все, кто здесь первый раз с нами... Напоминаю, что кидается, когда контроль, милики чуть набираете ранжу. Также вы должны обязательно тратить свои ключевые билки. Это низыбы, коши, обязательно коши. Блайнды, масферы обязательно тратите. Присты тратят гимны, не забываем об этом. Фолы, страфолы должны потратить, если можете отменить даже перед этим, перед трэшем. На всякий случай. Главное, чтобы вы не убивали друг друга. Так. Сейчас расставлю метки. Теперь по меткам. Босса выведем сразу в центр, если переведем на вторую фазу. Баджи не хватает Дексиона. Звездочка будет Сасуне, Стреля будет Крест, Трусы будет Маша, и кто там Шака остался, будет где-то... Давай печенька так, где-то печенька ромбит. Давай печенька. Теперь по РДДшникам. Кусяо также в печеньке, Мыга в ромбике. Буаз, крестик, Будревен, череп, Пипилок, звездочка, Войд, квадрат, Дексиона, луна, определенно трусы, тщеславность, ромбик, кто там остался, все, всех назвал. Там. Изморский, ты, если что, бьешь по трэшу во второй пати, а бета-тестер... Бета-тестер по боссу будешь играть. Что, это печенька на второй фазе, да? Типа, когда она выйдет. Вакати зашел. Он хорошо танчил, надо его поставить. Санька, давай обратно замену, Женя обратно на хила. Вакати смоним. Ой, ну пока сумма, что новый звание, да, люди появились? Санечка, ты не уходи, сейчас будешь, может быть, и нужен еще. Не уходи. Если Женя уже здесь был, он ставит. А, понял. Все, разбираем фласочки. АПшные. У меня нету фласок, подождите. Еще ничего не взял. Да подождите, я говорю, блин, нету фласок. Как чайки, да? Так. Рыбу взял. Сопроты будут у уфолога. Сопроты у уфолога. Я АП фласки взял. Окей, АП фласки уфологу. Сосуны тоже возьми и АП фласки. У Бонда еще АП фласки есть, ребят. У Бонда АП фласки. С ПДшной Войд, Слава, возьми ты и определенно закидывайте. Давайте. Наденьте все детекторы здесь. У Сосуны есть все фласки. И Сацуны можете кидать в обмен.
Сапрот никто не пьет, кроме танков. Танки только под сапротом могут быть. Да и то спорно. Все. Женя, вот ты справа. Ты справа танчишь тогда, у Фовок слева. Ярик, ты все то же самое, что и делал, делай. Только сейчас будете бить часть людей справа, часть слева. Ты понял этот момент? Да, да. Я сбиваю также каст. Ну, тому чуваку. Ну да, квадратику. Также Макс Будреван, с тебя будет стан по левой пачке. А, ему боя у нас нет. Не, давай тогда по правой. По правой будешь стан давать. Слева там мистер Бонд и Барменталь стоят, я думаю, собьют каст. Ну, а я справа, все правильно. У меня про то, что есть люди, которые, которых, скажем так, я уверен, что они сделают. Все, все должны под флатками быть обязательно. Рыба была? Поставил. Нет, сейчас поставлю. А кто танчит? Ты слева танчишь. В Акате справа. Наоборот. Верхнего. На боте потом в Акате и Сэнджетс. Подождите, а у моей госпожа ж было слева. Сейчас ты этого... Сейчас. Так я понимаю, сейчас ты кого туда поставил? Справа в Акате, слева у полок. Две рыбы не ставьте. Богачей. Красиво жить не запретишь. Контроль приоритетом. Контроль от у нас приоритетом. Кусяо, Чеславность, Ону, Изморский. Четыре друида. Эти люди приоритетом всегда контролят. Но вы тоже не спите. Вы, Никита, Марсес, всех можешь контролить тоже, кроме друидов. Друидов не получится законтролить. И почему-то они меня не контролились, люди, которые кидали на себя этот фридом. Все. Припоты на первой секунде. Забери вакансию, Жень. Не в центр не ведешь сейчас босс мобов. Жень, верни. Мы бьем по сторонам. Смерть и разложение. Слава, ты диспелли слева, Сацуна бета-тестер, Сацуна контроль. Мне эфир надо дать. Я баблю, ама. Да ты сейчас убьешь кого-нибудь, Сань. Я... А. Я не про тебя, я про Сацуны. Я беса убью. Я Геру нашал. Могу через 5 секунд. Смерть и разрушение вышли. Кучно не стоим. Подавайте его. Контроль через 6 секунд, милики, аккуратно. Милики разбежались чуть-чуть. Барменталь, Изморский, Чмыга. Чмыгу по контролю. Изморского нужно ветер подкидать. Чмыгу не убейте, Изморского не убейте тоже. Слева мобы еще живы, бить надо. Нормально, молодцы. На второй фазе она трешишь, правильно? Да. Все. По миликам только Изморский этот бонд и Бетик останутся. Контроль милики, аккуратно. Контроли приготовились раздавать. Буаз, Кусяо, Ону. Буаза по контролю. Я слился. Завис, Буаз. Так. По шнуркам, Андрюха, дашь БР. Андрей, забери скелеты на себя, там вообще светит. За колонной стоит хан, диспул. Контроллер, ребафните шнурки. Обязательно уже дали ребафы. Минки аккуратно. Выбежали с ужин. Контроль приготовились. Уфолога поднять.
Так, Будревана по контролю. Не сафоли. Марсеза Кусяо. Там Кося. Пизда, ну. Юрик, блядь, ну какой Старфол? Ну он всегда секунда все. Так отмени, блядь, ну ёбана. Если контролит, то Старфол бить не будет. Почему где Оно? Дай. Не ребахните нас. Бля, я лагаю, пиздец. Сейчас побежу на разбира. Что упадем? Контроли через 2 секунды приготовьтесь. Майлик, Будреван Шака, Будревана по контролю. Шаку и Майлика кто-нибудь. Майлик, смотрите, чтобы лицо не сломал никому. Восемнадцать процентов у босса. Бьем по боссу. И после следующего трэша переводим. Берса 6 минут очень хорошо, кстати, переводим. Так, сейчас все помогите трэш добить. А потом спокойно переведем босса. Давай, третья пати слева помогает, четвертая справа. Кого не называл, помогайте тоже справа. Контроль через 6, через 3 секунды. Не переведите босса 5%. Убейте трэш вначале. Дексиона босс, Максим, Майлик. Дексиону контроль. Майлика Буаза, обязательно. Буаз, смотрите, чтобы трапу кому-нибудь не поставил под лицо, а тут, блядь, сразу смерть будет. Кто первый босс идет? Выбежали службу. 700 тысяч. Ты, Сэндж. Переводите, переводите. Сэндж, лови и все по меточкам своим, которые назначены. Сидим за духами. Миники вместе с танком, с уфологом бегаете. Слева, мы оба вышли. Слева, слева. Помогите первый трэш убить Геру, дайте. Скоро появятся духи. Квадрат, крест полностью свободно. Один дух к кресту. Миликов идет один дух. Влево, который. Дексиона определенно чмыга законтролить. Миликов. Нас сбили. Следим за духами. Свободная луна, квадрат. Идите, перебегите, РДшники. У вас там очень много с одной стороны. Бежит на сову. Числа у нас либо Кусяла. Беги быстрее. Хорош. Следим, следим. Духи появились, духи, следите, сейчас тоже все. Смерть и разоружение выбежит. Так. Дух появился, идет. Не Берри, давай Берри. Давай Будревну. Дух появился в возле... Мили. У нас там Саня умер. Или Сэндж. Ну все. Падать. Сейчас я пойду с интернет попробую поправить. Как вы смотрите, когда дух взрывает? Смотрите, Сэндж взорвал два духа и Дексиона один. Ну он это, сейчас я с вами быстро перебить, а кто со мной на трэше бьет? На второй фазе апокалипсис, трусователь бьет. Майлик. Барменталь, шнурки. Вот эти люди бьют. Короче, да. Смотрите, вары, на второй фазе, там где с квадрата выходит трэш, сбивайте ему косты, потому что у меня нету, я один раз могу сбить только. Косты сбиваете, подстанивайте, когда они кастуют превращение, обязательно, так просто не станьте. И такой момент, слушайте все, вам заанонсили, появились духи, все, вы сейчас первым делом, не стопайте ДПС, ваша задача посмотреть, где эти духи появились, и вы являетесь ли целью. Если являетесь целью, ваша задача убежать. Иди интернет сдох. Милики сдохли, поэтому трэш забили. Также милики, если же вы добили трэш, кто скиллованный, можете пойти побить босса. Но когда вы бьете босса, следите за духами тоже. Это сложнее дело. Блять, духов вообще нихуя не видно в мили. Там, если у кого-то проблема с видимостью духов, я могу скинуть патч, где увеличенные духи, они на полкомнаты, блядь. Вы будете видеть все нахуй. Блядь, скинь, пожалуйста. Только этот патч с обновлением слетит. Скорее всего. Сейчас. Нет, там можно в настройках выключить перезапись. Тогда обновление? Не будет... Ну, открываешь патч, свойства, безопасность, и там можно выключить. Все было неплохо. Сейчас, скрипать. Паша, Слава, скинь его, я тоже себе поставлю. Что?
Я сижу с мобильного интернета. Понял, босс, не ругаться. Вон, я скинул патч в чате, в Дискорде. Куда его кидать? Значит, data.ru.ru в эту папку скидываешь, Вовки, в data.ru.ru. Вот, когда скинул, нажимаешь правой кнопкой мыши на эту хуйню, на патч. Свойства, безопасность, изменить. И там находишь галочку. Нужно поставить напротив записи. Там колонка есть, разрешить запретить. И вот колонка запретить. На этой колонке напротив записи слово поставить галочку. Могу сделать скрин. На системе в пользователях и группах или на всех системах и группах? Там просто несколько безопасности пользователей. Да, на основной ставишь и ставишь просто свойства только чтения и все, типа, понял? Короче, еще раз скажи. Заходите на стрим, блядь. А, все. Все, ну, давай, Сэмж, заходи. Сперва ставишь, короче, только чтение на файл, это первое. Второй момент заходишь, как Войт говорил тебе, там, безопасность, и там запись, галочку ставишь. Стрим видно вам? Все, захожу. Ну чё, офлайн ушли? Не. Я покурил за 15 минут. Вот, перезапускаем, что патч сработал. Кто там, кто там еще не понял, как сменить? Я. Ну, ты на стриме? Чего? Вы на стриме? Сейчас зайду. А это для чего? Да не для чего, просто так, чтобы убить. Угу. Да, на стриме. Вот, открываешь свойства. Вот здесь безопасность. Вот здесь кнопка изменить. Вот появляется вот эта хуйня. Есть вот эти вот запись. И есть вот здесь вот запретить сверху написано. У меня стоит галочка. Вот такая же у тебя должна быть стоять. Все, окей, нажимаешь и пиздец. Что, заходите? Ну, я потом сделал. Мне долго заходишь, чтобы меня не ждали. Я и так духа вижу вроде бы. Да и я вижу. Просто, еще раз. Вам сказали, духи, все, подвигались, посмотрели. Можете чуть ДПСа потерять. У нас ДПСа достаточно. Я посмотрел, до Берсилна оставалось 6 минут, и по факту целый босс остался. Главное, давайте, давайте уже начинать, тебя, пожалуйста. Ну так вон, видишь, заходит бон последний. Давай быстрее, Антон. И давайте уже как-нибудь так, чтобы мы не сдохли ни один человек до фазы. Пипилок, СС на Нурки, Будрелла на Бонда, Дексиона давай. Все, загружайся. На Турсовать? Да, сейчас даем минуса. Да. У них никаких сейвов нет. Почти. Ну, заходите, Майлик, Бонд, ну, блядь, мы же все ждем. Народ, думаешь, Пет, мы тебя два часа ждали. Стоп, поставьте Петов по углам, вот видите, как справа Локи. Я предлагал, сказали, что нахуй не надо. Да, ну ладно. Да, парень, давайте, а то, блядь, Торг ждет нахуй, а там воля падает. Надо воля. А меня хоть лично? Мне кажется, тебя там другое в холодильнике ждет. Забить к нам чисто, да, к Миликам уебали. Все, готовность на пол. Сацунная, Скибиди, Трусователь, Кусяо. Мобы. Фаст. Контроль через 8 секунд. Диспельте слева. Бета-тестер, Буа, Шнурки. Буаза попробую, если за контролем. Мне надо фир, Шнурки и Бетик, иди нахуй!
Бля, сейчас сгорю, на. Бля, ты можешь просто эту волчару нажать и отменить? Ну я уже 100 раз говорил. Как бафы слетают сейчас, Ань. Да похуй, слетают твои бафы. Милики отбежали, контроль будет скоро. А так ты убиваешь людей. Милики убежали справа. Контроль не приготовили. Сацуны по контролю, если бабл не нужна. Войда и шнурки. Дисквалити фуфолога поднимите кого-нибудь. Мобы вышли, приготовимся. Контроль через 6 секунд, милики. Диспел, диспел. Определенно шака, мистер Бонд. Бонда убили. Ну, блять, вы можете сопать АОЕшку? Ебать, блять. Так он в миликах стоит. Не отходит. Неважно. АОЕшку стопайте. Это же логично, блять. Либо в миликах он стоит. Он может и забежать в миликах. Просто голову хоть раз включите свою. Не надо бить АОЕшками, когда люди с вами рядом. Контроль через 9 секунд вместе с мобами будет. Мой верный слуга. Смотрите, милики разбежались немножко. Уфолога поднимите. Дексиону, Декса по контролю. Значит, на следующих мобах переводим, выбежали уже быстрее. Следующие мобы... Чё, жабу никак не снять, нет, да, нет. Проклятие, нахуй, алло? Да всем похуй на это проклятие, его никто не диспелит. Я сбиваю диспелит. Милики через 6 секунд. Маша, помогай, декурс. Милики. Тщеславность, Буаз, шнурки, Буаза по контролю. Тщеславность за контроль тебе обязательно. Шнурки не убейте шнурки. Играйте по... Бонд, иди по боссу, играй. И играйте кулаки все по боссу, переводите. Смотрите, Фир. Геру, давай, да, давай. Через 10 секунд помощники, они так выйдут. Играйте по боссу, должны успеть перевести. Сэнджик, забирай босса. Мобы справа вышли. Милики, пошли играть, все по меткам своим разбежались. Духи следим. Контроль через 3 секунды, милики отбежали, РДшник, помогите там добить мобов. Духи появились, один возле милизоны, идет к боссу. Два к боссу идет. Скибиди по контролю. Декса, Марсеза по контрольте. Духи появились, один возле миликов появился, идет в РДД зону. Один к боссу идет. А пока ЛБР из Морс кидай. Духи появились. Один идет в сову, блять, сова, хорош, кусяло. Тщеславность. Я. Так, Маша, дай БР по тщеславности. Тщеславность покусяла, кусяла по Сацуне. Идет к боссу один, два к боссу. На вакансии один. Spirits. Два возле босса появились, один в РДД зону, к трусам идет. Два туда идут. Третьего не вижу. Будревен, бета-тестер. Да, понятно. Шнурки. Шнурки не убейте и Будревана. Один в милизону, второй. Каст. Spirits. Сацуны, БР дайте. Пущал он. Духи идут, дух идет. Будревана. Spirits. Духи. Один на сову идет. На сову. Сова, блядь. А я вижу. Ну так что ты стоишь до конца? Ну что ты стоишь? Дайте Геро. Дух, пошел в милизону вверх. Дайте Геро. Мыга, Скибиди, Майлик, Скибиди контролю. Один бежит на сову, походу. Не на сову.
Духи. Хилите бетика, я сейчас стану. Салу, салу. Spirits. Просучитесь больше по залу, чё вы там стоите, блин, в этих метках? Чуть больше, в боссу идёт один дух, красавчики, то своё. Бета-тестер, походу, первый вдох. Да, да, только это не я. Только ты... Там вакать словил духа, в чате же пишет. Падайте. МОБОЙ здесь. Да ну, если этот патч скачать, реально духи большие становятся. Бля, у меня давай нихуя. На замену. А, я мобой в рейд. Я видел на Соркле, там люди как-то патч устанавливали, они вообще красными становились. Как без монитора видно. Тут без этого видно, все хорошо, просто, блядь, глаза разуйте свои. Блядь, из РДД, да, хорошо видно. Я из-за милика не ловил духов, я играл рога, и что? Ну, у нас духи словили, короче, в Акате, Чеславность. Да. Кто нас замечает? Двух людей сказать, блин. Вид замечаю, сразу говорю, в кого идет. И куда идет. По мобам можно меньше урона наносить по на первой фазе. У вас пространство есть. Блудрейвен может, я смотрю, он свищил. Дексиона свищил, мог не свищить. Где Дексиона? А, вот ты падла, блядь. Ну, Марсес похуй, Марсес вообще, если ты фаер, просто раскидываешь бомбы и играешь по боссу. И типа и хватит, а там посмотрим. Может быть, еще у кого-то можно убрать. Доброй охоты. Так, рыбу поставлю, давайте, поднимайте, прилетели. В принципе, неплохо было. И смотрите, еще раз, вот эта вот вся часть, она была свободна. Разбежитесь немного, вы все стали туда, как ромбик, тенку, трусы. Плюс было здесь свободно все. Вот с этой части. Тоже разбегитесь. Сумоньте им обоя. Ставьте шка. Сейчас немножко проще будет, волчары не будет, которую только пару... Волчара все-таки мешает. Есть фир и есть пирог. Вот и все. Ну, а что ты не помогаешь тогда контролить? Так я говорю про себя, то, что я в волке бегу, есть фир, есть ветерок. На меня действует только хекс. Все. Декс просит механизмы брать, смотрите, тоже не проявитесь. Тебя может еще охотник может вернуть, Саша. Тем более, блин. А говорят, что я слакал. Ну окей. Если ты слакал. Если кому-то прям с тобой тяжелее. Ну, извини. Короче, если вы заебали спорить. Вас просит РЛ что-то сделать, значит, предпринимайте что-то. Я скинул патч на красных духов, если кому-то прям сильно тяжело в миле. Бля. Масло кончилось. Может, реально весь рейд установит, да, да. Нет? Ну, чтобы потом проще было. Саш, ну сейчас мы побьем. Не надо. Потому что времени, да, большинства времени. А на следующий рейд обязательно все установите. Кто не видит этих духов? Я и без этого не вижу нормально. Здесь просто файл вообще со всеми штуками. Мы пулять будем или нет? Да, давайте пулять. Да, да. Это косыша слово. Он типа, короче, да. Слышал, он здоровый красный, да? Числавность. 5 секунд пробьем. Выбежали из лужи. Контроль через 9 секунд. Дексиону по контролю. Пепелока. Кастуй хорошо. Пепелок опять бегает. Не, фига, диспал.
очень кучно стоим в центре, чуть-чуть разбегитесь. Выбежали окна. Помощники через две секунды. Помощник. Чуть не... кто-то еще может у вас отвечать. Отбежали. Майлик, мистер Бонд, он Бонда по контролю. Вечерок залетел в Бонда. Майлика, не убейте. Смотрите аккуратно. Вон бегает, не убейте его. Штрафовый аккуратно. Все, красавчик. Молодцы сейчас. Через 3 секунды выбежали с лужи. Мобы через 3 секунды. 10 секунд контроль. Убежали, миники, отбежали уже. Кусяо, апокалипсис Шаку, Шаку по контролю. Апокалипсиса и Кусяо не убейте. Не... Машка, дай БР по бою. Служи выбежали. Этого уфолога поднимите. Диспел страх, спасибо. Машка, КД. Так, кого там не КД? Изморский, у тебя КД или нет? Меня не показывает твой. Если не КД, дай по ему бою. Мобы вышли, через 9 секунд контроль. Милики отбежали чуть-чуть. Как ему бой сдох, блядь. Сов приоритетом всегда контрольте. Если быстро трэш убьют, я ему дам бар. Определенно трусователь Сасуна. Меня законтрольте. И декурс апокалипсиса. Следующая пачка моба босса переводим. Трусователя не убейте. Дай бар, Андрюха. Я не могу. Трэш забери, забери трэш. Я уже мобу я забрал. Кто новый тут? Давай. Сенджикс поддержим. Выбежали с лужи. Заберешь этих обшивок? Задиспельте моба. Перебафните им обоя. Просто не переведите. Третья пачка по четвертой, по слева сыграйте, четвертая по правой. Быстрее мобов помогли убить. Майлика не убейте. ППУК по контролю. Шнурки плюс войд. Еще контроль. Хорошо. Переводим. Играйте по кто играл по боссу. Великий моб сзади. Переводим босс. Милики, идите по мобу сзади поиграйте. Все, при том, что. Сенджикс, уводи, разбежались. Геру дай. Справа мобы вышли. Помогите этих мобов убить вначале, все. Скоро будут духи, приготовьтесь. Контроль через 5 секунд, милики, аккуратно. Духи появились. Один на меня бежит, один в милизону, но милики, все аккуратно. И третий, не знаю. Дексиона, Сака, Шаку в контролю. Звезде дух. Кусял. Дайте контроль, милики убивают. Звезде, все три в звезде где-то. Машка, знаешь, по тщеславности. Понять. Мобои. Да, блять, вы чё, сука, делаете? Вы можете, блять, от вонючих этих духов убегать? Это ж не сложно, блять. Ну, ёбаный насос. Спирит. Так как вайп, я спрошу, это на первой фазе Сенджикс танчит кого-то, кроме вот этого вот заднего? Нет. Может он куда-нибудь в центр выходить, потому что на хэпале бегать двух танков, прохиливать, да, время будет терять. А так я буду через Сенджа уфолога хилить. Есть у кого дом, кто ловит духов? Сейчас с каждого духа будет минус, заебали. И с каждым траем будем увеличивать. Так хлопок заебали. Духа это вайп по-любому там. Не, я сбежал, сейчас кусял, ему бой. Раньше вроде рейндж взрыва меньше был, сейчас он вообще метров 40. Там взрыв. Вот посмотри, где Бонд лежит, и меня убил от звезды написано. Какая разница? Короче, кусай ему понес. Пизданули. Ну не ты словил. Это не ты виноват, значит. Не, просто там в звезде стояла сова, и от нее меня убило. Я понимаю, я хз, вина не твоя, а я в контре. Вина не твоя.
Да, Антон тебе про ренжу говорит, Антон про ренжу говорит. Я просто не понял, как РДДшник мог убить милика, я в милизоне. Еще раз, для людей, которые не понимают, блядь, как это работает, вам анонсится. И для тех, кто в себе сомневается, встаньте на лестницу. На лестнице хорошо там. Редко появляются духи, и видно, когда появляются. За вами вряд ли появятся, не перед вами появятся, скорее всего. А, они могут сейчас появиться. Сейчас встану, давай самых каличей. Могут, но там вероятность меньше, плюс для каличей. Сейчас оттуда каличей всех поставлю. Потому что это какой-то трэш, блин. Короче, там еще для... раз, непонятливых. Появились духи. Вам заанонсили. Появились духи. Ваша задача. Смотрите, поворочили головой. Опа, опа, вот дух. Все, стопнули по боссу, пошли, блядь, нашли место, где можете стоять. Ваш ДПС здесь нахер не нужен, если вы поубиваете нас. Короче, начинайте, я в туалет подойду. Короче, вот здесь. Давай, Кусяло точно сюда, иди. Кто там еще, Мобой? Сюда тоже куда-нибудь сверху иди. И еще те, кто сомневаются в себе. Идите, становитесь туда. Пары, пожалуйста, снимайте вхождение, чтобы можно было вас сферять. Блин, не помню, как называется. Инрагу, который раги накапливает. Потому что несколько раз было просто-напросто ему. Это тоже момент. Вы все должны билки потратить, которые мешают вашему контролю. Вашему контролю мешают, которые вы можете там законтролить. Все, что вы можете шотнуть нас. Мы должны все это слить. Ну ладно, еще 20 секунд. Так. А Гламур, ты вообще здесь? Его на Грэмми заменили и все. Андрюха, кика его, что он? Если убьем, то платим лишнее, не начислилось точно. Санька, заходи давай. Да, захожу. Не заходить? Или... Не, это Сацуна. Сейчас, возможно, зайдешь. Но, в принципе, у нас всего хватает. Босс падает, если вы сделаете правильно. Убежите от духов правильно, законтролите людей. Поймите, мне очень сложно за всем следить. Вы сами должны отслеживать контроль. ДБМ показал вам контроль. Все, 5 секунд, милики немножко свалили. Убежали там, где никого нет. Опять же, рассматривайте, идет у вас дух или нет. Если идет, убежали дальше. Народ, а что вам просто поднять камеру наверх, чтобы было как вид сверху и просто смотреть, где дух появляется, что мешает там так делать. Я не знаю, я тоже так делал. Саня, ты заходишь? Да, да, у меня вот лагает. Сейчас я уже дружусь. Лера, далеко не уходи, сейчас Хант Блас, возможно, уходит, ты будешь из него. Хорошо. Что? Хорошо. Хватит жрать. Да, я тут. Это жена говорила. Декс, чего не хватает? На СС кому кинуть? Давай миликов. По шнуркам, ты по трусователю кидал. Все, в кого только вставал, в того и кастуйте. Все, давайте это быстрее. Время очень много тратим. Полетели. А я говорю, я тут, а, блядь. А микрофон выключен. Шнурки уфай залагал. Что сделал? Залагал. Выбежали слуги. Контроль через 10 секунд скажет, или полагает. Контроль убежали. Шнурки не убейте. Барменталь майлика по контролю. Из морского законтрольте главное, а то кот пиздец ебат. Майлика задиспельте. Вы уже выбежали. Отлагал Женя, да, нет? Нет, выкинул. Попробуем. Чуть.
Контроль через 8 секунд. Отбежали мили. Слаги, блядь. Числавность Кусяла чмыгает. Числавность Кусяла нужно контролить, а не Солу. Теряем, либо... Кусяла, Кусяла. Да, блядь, горите вы в огне, сука, со своими старфолами, блядь. Че они старфолы убили? Бля, короче, там тяжело танков прохиливать. Я не могу танков прохиливать всех. Сейчас я скажу, почему не можешь прохиливать. Потому что почему-то вы решили у самых окон танковать. Да, Вакати? Да нету. Блядь. Саня, ты вообще как, сбиваешь правому чи нет? Че ты забил не уху уже? Сейчас смогу сбивать. Забил хуй. Не, там смотри, там получается как. Вакати под первый дает стан массовый по всем. И только второй К сбивает. Я так тоже поначалу проявился. Давай, приоритетом Шака, плюс этот, плюс Женя справа сидит. Приоритетом танк. А Машка и Саня слева. Справа это Вакати, да, получается? Да. Угу. Саня на двоих. Там просто эта херня вешается на 20 тысяч поглощений. Сейчас я модем ревогну, у меня 50 будет слакинуть. Бласки ушел, да нет, чем напишешь своим детей. Если ушел, то вам ушел он. Доберите. А? Ушел он, глевнул спать. Угу. Тогда, Дима, чмыга, ты будешь на функцию база выполнять, а Антон будет слева напуливать. Леру доберите. Лера по боссу тупо играет. Мне заходить, я что-то не поняла. Да, заходи. Да, заходи. По боссу играй, и появился дух, сразу же от него убегаешь. Приоритетом убежать. Лучше потерять чуть ДПС. Дайте, пожалуйста, сумму. Все, я захожу. За сколько пачек трэша мы переводим? За 4-5. По-разному. Ну, до персе остается 7 минут. Лучше трайбу. Самый лучший трайб. Самый первый трайб. Не первый, там какой-то лучший. Оставьте шкаф, пожалуйста. Да, мы 90% оставим. Если что, у меня еще минут 40 есть. У меня самого столько же времени, больше. Вот мы сделали 4 трапа. Помчали еще дальше. А, нас опять двое флайн. Ждем их. Сэндзикс, мистер Бон, заходите. Я просто уревогнул интернет, у меня пиздец мало. Периодически под лицами. На следующем КД надо бы трайть. На следующем и будет. И забить хуй на эти все магики, блядь. У меня что-то вылетело из установки связи сейчас. Сирус, ничего не пойдет с ним, это Сирусок. Не, подпрыгнул, тоже завис. У меня минуту входила на сервер. Нахрена ты прыгаешь, Садя? Прыжок в бездну. Да, блядство какое-то. Не, ну уже хоть первую фазу переводим, уже, блядь, мужчины. Нет, в прошлый раз было хуже, было, мне кажется. У меня авторизация висит. У меня так же было, я минуту грузился. Жди просто. Это у нас логика райда, знаете, вы не получите минус за взрыв духа, если не перейдем до второй фазы. Саня, подключи себе МТСовский интернет.
домашнюю. Просто был целиком, это такое, блядь, отребье. Я был целиком, блядь, модем, наверное, ZTE или какой, я отключился. Отключился на Т1 групп, принесли Asus, двухканальный этот модем, блядь, 2,4-5 Гц, валит вообще по жести. Чё там, Барменталь? Да ёб твою мать, ну Барменталь, что там у тебя? Заходишь, да нет. Вы дороги, блядь. Один трай и 5 человек перезаходит. Давай бей не бинаси, смон. Вместо Барменталя. Он в инсте лежит. Бинай короне. Иди, Дима, на боссе сиди. Дайте ему фаску ДДшку. Дай, пожалуйста, мне СПД. Да, понятно. Ты, Антон, давал мне фаску? Или одну дверь? Все у кого так? Кто там занимал? Мне эти надо. Кулак рогом дайте. Что-то на магии не хватает. Каску. И хан там. Сейчас, секунду, на перебафу. Да нажмись ты. Все, я готов. Кулаки раздайте, роги. Сейчас, и хан там. Барменталь бафал. А, значит, такая халява пошла, то можно ДК кулаки дать. Умеете каски пошли. Халява пошла. Ну вы уже разберетесь, блядь, с этой хуйней. Ну что так долго? Давай, короче, сосуны каски, блядь. Хватайте кулаки и мои лик МП5. Все, поехали, давай. Поехали. Просто пиздец какой-то. Дайте каску. Блядь, Саня, мы тебя ждали минут 5. Все окей было. Сейчас я переставил полипавер, все, блядь, горит прям. Это 30 секунд делов. Там 30 секунд, здесь 30 секунд. Ну окей, я не офикашил для этого. Короче, если эти не придут, из морских числа у нас минус получат. Слева хватит? Или помочь слева? По-моему, там слева был. Через 9 секунд. Там в контроле мимики аккуратно. Дексиону по контролю. Шаг апокалипсис. Контрольте. А пока у зеленка красиво. Ты нормально, я как раз ее нажал перед контролем. Смерть разрушения выбежали. Мобы скоро выходят. Вера, Бенни, Бенаси, тупо по боссу играть. Контроль через 6 секунд, милики уже чуть отошли. Лужа, с лужи выбежим. Войд, Войда по контролю. Угу. Бенни, Бенаси, за контрольте, и Майлика. Ну молодцы, ну блядь, зачем ты его добил, взял? Трушеватель. Дай Б, Андрюха, по числовности, числовности, по Б не бинаси. Ну, блядь, слепые, сука, просто пиздец, вот честное слово. Контроль через 10 секунд. Блядь, бежит прям Рога на миликов. Хуярит, блядь, вихрями. Поднимай Рогу. Да. Слева надо больше. Милики убежали. Марсе, скибиди, Марсе за контролю. Скибиди, числовности, кто-нибудь обязательно за контрольте. И что, дайте вихрь. Старпол никуда. Так, смотрите, слева отражение заклинаний кастеры.
справа, точнее. Нормально. Вы много играете по мобам. Дикурс трусователя. Контроль через 9 секунд. Мобы через 6. Ну уже. Мильки. Убежали. Изморский Марсе за контролю. Он у изморского ветерки. Изморского главное за контроль, тебя поломает всем лицо. Лёч, просто пуля и пол хп. Дайте приста баф. Фу, дебаф дайте вообще, по тщеславности и роги. Так, изморский закинь Инер по Сацуне. Тщеславность уже отдал, Кусява по Скибиди, Мася по Сацуне тоже. Ребята, не бедите? Да, да. Ребят, стоп по боссу, стоп по боссу, пожалуйста. Не убьем, не успеем трэш убить, поможете трэш убить. Убейте трэш, Будревана за контролю, Войда и Чмыгу кто-нибудь. Забери фанатиков, ага, Андрей. Мой лик сдох, блядь. Юрик, дай БР по мой лику. Переводите босса, дайте дебаф мой лику. Сова, считал, какая сторона? Переводим, переводим, выводим босса. Нет. Контроль будет. Геру дали, справа мобы вышли. Контроль через 2 секунды, не поубивайте людей. Вначале мобов помогите убить. Саш, я Геру отдавал контроль. Старфол не в КД. Духи. Идет дух как куда-то. Возле пищеньки заспаунился один. Смотрите. В меде движется. Бежит к боссу один. И бежит на Сасуны, по-моему. Так. Один появился возле миликов. В милике аккуратно. И второй идет тоже в миликах. Молодцы. Spirits. Сзади появился. Декс, аккуратно, блядь. По Дексу БР, Маша. Миликов идет, Бонд. Ух. Или Бинаси там кто-то был. Бонда Шаку контролю. Лаксару. И Бонда за контроль. Не убейте, смотрите аккуратно. Трусователи подкиньте. Духи появились. Один надеюсь, появился вот Кристика. Второй звезда. У Фолова прохильки сейчас сдохнет. Spirits. Дай БР по Дексу. Лаксар, убегай. Молодец. Миди один. Миди, 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 миди. Хорошо. Возле миди один. Идет в РТД или куда? У нас один шаман, и он отдал Геру. Без Геры еще бас убить будет. Войд, Марсес, трусователь. Марсес. Один ромбик, второй миди. Звезда. Миди, миди, миди пошел. Войд. В мире идет. Spirits. Да, ромбик еще один не вижу. Вот автоматика все сбать, пожалуйста. С креста один. Как бы тут уже да, просто миди, тренироваться. Миди, 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 миди с лестницы. Spirits. Хорошо. Возле миди заспавнился, миди идет. Пепелок Лера контроль. Станет на лестницу. Починение пока у тебя зеленка от КДшилася. Мили идет. Еще падайте, давайте еще трай 2 и полетели. Потому что уже время поднимаю. Так, минус да, давай там 2. Ну побольше мало вообще. Там типа первый дух, который хлопнул. Вот после него уже смысла бить нет, только что тренироваться. Ну хотя бы, чтобы тренироваться. Да хуя инфы не нужно, говорится. Ну, либо нужно всех мутать, чтобы один человек говорил. Духи, они появляются очень часто, каждые 10 секунд. Их смысла анонсить просто нету. Если ты анонсишь ну, духов... Я тебе сейчас скажу так. Если мне анонсить духов, то лутать будут все их. На милики и все остальные. Ну так, а для чего минусы тогда придуманы?
Если анонсить духов, то у тебя на другие вещи не будет. Не-не, хотя бы знаешь, в чем прикол, чтобы типа духи вышли, вот хотя бы это говорить и все, там дальше люди пусть сами думают, куда они идут. Если замолчание. Все, и кричит опять. Ну что заебали, блядь, фудить. Стоп. Никакой нет информации на второй фазе. Говорите только, куда идет дух, если видите какого-нибудь калича, он типа Лаксарша. Сейчас двойной будет минус пошел его дух. Не обзывай. Дайте сказать, типа, по важному. Короче, про хилу все хуево, потому что тут таргетный урон, а у нас таргетно только один хп выхиливает и шаман. Типа, очень мало прохила идет в цель одну. Аня, мы не из-за этого вздыхаем сейчас. Ну и в том числе, ты понимаешь, я умираю, все. И танков тяжело хилить, потому что там дебаф я 6. Если ты умираешь, если здесь кто-то умирает, мы босса не убиваем, просто. Здесь нужно так сделать, чтобы почти никто не сдох до конца. Короче, сейчас двойные минуса будут за духом. Ребята, у меня вопрос другой. А зачем здесь ДЦ? Может быть, он спекнется в холи пала, у холи плеса, если есть. Там тоже хил заебись. Полипейс давно, это один ДЦ абсорбит ледяные стрелы. Не знаю, что не знаю, я тут за ДЦ ебашил больше всех по 3 миллиона, нахуй. Хуй ты догнать мог, да? Все, давайте, ребят, я пойду на трайбинг, я уж хуёво. Всем. Просто вначале Лаксар, Бенни Бенасси. Изморский тоже не играй по боссу. И те, кто играл до этого. На второй фазе играет Бенни Бенасси и Мистер Бонд Изморский. По мобам Трусователь, Майлик, Апокалипсис, Шнурки и Чмыга давай. Будешь помогать им на пул, а потом по боссу тоже играть. О, Варри, почему? На второй фазе... Тихо! Лера на второй фазе на ступеньки пойдет. И там, где Варыч подать, кого хочет, сбивайте ему косты, пожалуйста. С черепа я посбиваю. Выбежали с лужи. Контроль через 9 секунд. Будревана по контролю. Марсеса плюс Апокал. Марсеза за контроль тебе бегает. Так глыбу нажал. Справа еще мобы живы. Слева точнее. Один моб. Жабку здесь полетится попал, спасибо. Мобы через 5 секунд. Скоро будет контроль. Милики выбежали, контроль будет. Я освобождаю тебя, проклятие плод. Ты не в силах. Войда по контролю. Это где он? Вот. Кусяо обязательно за контроль, тебя то сейчас убьет кончик. Шнурки не убейте. Аккуратно возле шнурков. Че там? Диспел мобу, мобу, диспел. Хорош. Шака по диспел. Сенджикс, БР. Изморский, если есть, да. Если нет, то он друг отдаст. У меня КД 50 секунд. Чмыга вижу. Мормор кидал. Бэр, ребафните Шендрикс. Наш Шака залагал. Контроль. Лаксар по контролю. Пипилка и Шаку плюс. Лаксар. Аку за контролем, Сенджикс опять. Не, здесь спать эфир сейчас, пепелка. Хорошо. Дай БР Андрей как откатится по Сенджикс. Моба может пулит на меня, короче. На пуле Чмыга моба на этого на Андрея, либо на Вакате. На Вакате. Ступенек. Хорошо. Контроль через 5 секунд. Дексиона, пипилок, дексиону контролю, пипилка плюс еще одно. Андрюха, давай как сможешь Сэндрикс УБР.
Успеем перевести? Да, успеете, если переводите, все сейчас сыграют. Переводите. Сах, как и вылетел. Инет упал. Тут переводите, еще. Переводите. Сэнджик, забирай. И убежали. Контроль будет. Слева мобы вышли. Еру до Женя дай. Скоро появятся духи. Духи, первая звезда. Звезда. В миликов идет, в миликов один. Меня закрывает свара, пухи не снял. Звезда. Один возле босса бежит на Мерсеза. Второй куда-куда. Числовность БР по Кусяо, Кусяо по Сэнджикс. Сова дух. Когда ты? Эмобой в тебя. Бух на лестнице появился, бежит. Ферри в дух. Леди никто не танчит. Мелизон аккуратно. Леди не танчит. Леди не танчит. Звезда дух, двое. Спасибо за инфу. Вот я об этом и говорил, нахуй. Надо всех в мут-канал спускать. А то мы сами не видим, что леди не танчат, да? Ну, это самое критичное, мне кажется, что можно озвучить в данный момент. В данный момент мы уже падали. Просто я хотел, чтобы люди убегали от духов. Кидайте кто духов свою, если есть такие. О, только я сразу говорю, последнего духа что-то я только что поймал. Вот именно сейчас. Даже мы уже все падали. Сами даже нету. Машка, минус. Я еще пару трачков могу делать, парни. Ребят, я все. В этих заходи, в Варшаву прыгай. У меня еще 20 минут есть. У меня 10. Я еще пару трачков делал. Я лострайк. Мне просто магазины закрывают. Последний, Маша, трай, последний. Все делают. И все. Ну хотя бы вторая фаза теперь нам поддается. Да она все убивается. На изи, блядь. Надо потренироваться больше и убивать. Это, короче, сейчас люди тут на леди тупят, как я туплю на вас, боссе, в тюрьме, блядь. Вроде бы все знаю наизусть, все равно дохну, блядь, там. Тебе надо переименоваться в Кене. Который смотан, и Солнц Парка. Реально много худят люди. Пойдемте ниже, чтобы только Саша анонсил что-то. Угу. Потому что пиздец происходит. Потому что прям гвалт у меня ночью уже, в смысле. Я вообще ничего не понимаю, кого слушать-то. Куда бежать? Так, вроде бы только что два человека говорили. Саня затащил, и подумал, больше никто ничего не говорил. Но если два это четыре, то да, два человека. А, ну вот я. Будем переходить. А вы думаете, Саша один все увидит, ебать? Да не надо все видеть. Все, давай. Все понятно уже. Давай, давай. Все. Давай, рыбки, поехали. Да забей на фласку. Хотя ладно, на. 2 минуты фласка. Ожог, похуй. Сейчас нормальный дух, кстати. Одного взорвали за все время, и там минус 2 был. Или 3. Вот урон по законтроленным игрокам, обои числавность. Воксар. Вы можете этот момент убрать? Когда контроль, блядь, просто бить обилками, которые не бьют в ОУЕ. Что сложного? На всякий случай. Ну, это, наверное, сложно. Салют, может, погнали? Да, погнали. Вы можете не сдохнуть, чтобы ни один человек не сдох до второй фазы?
превращается, блять, не могу застанить, хорошо. Контроли миники убежали. Эмобой я по контролю. Эмобой бейте икону. На правых, если что, отражение заклинаний, смотри аккуратно. Выбежали служи. Мобы. Милики, скоро контроль будет. Декса по контролю. Сацуны Шаку законтрольте. Сацуны главное, Сацуны и Шаки сбейте гимны, если не потратим. Могу через 5 всех. Ужаса. Славность с пипилка за контролем. Не достаю, где-то бегает, непонятно где. Бонда, тщеславность. Снимите паралич. Панда, алё, сними с ним паралич. Как с тебя его снять? Никак не снимешь, кроме урона. Нахуенно, блядь, на минуту верну. Вот, стен, все. Не кидайся, блядь, парень. Милики отбежали. Играйте по боссу те, кто должны были, переводить будем. Бенни Бенаси из морских славность. Не убейте никого. Бенни Бенаси из морского приоритетом загрызет любого. Спасибо, Дима, за то, что блайнд сливаешь. Бля, помните убить на стрэш? Стрэш настакался, пизда нам будет, короче, печеньки. Не, без сути, конечно, но если справа не будете каст убивать, мы так и сдохли. Меня закинул блайнд, подбежал, я, блядь, сбивал косты. Блядь, Роги 100 раз говорил, блядь, скидывай блайнды, нихуя. Ебись, вы перевели. А не, у меня трусователь тоже сдох просто. Да все, падайте нахуй, все. Те блайнд могли снять. Просил бы. Ну никто нет. Не снял, никто не, один человек не снял. Блайнд не снимается. Почему это не снимается? Не снимается, это магия. Бопом снимается блайнд. Какая магия? Физуха. Может так. Блять, просто сложно потратить свои, блять, обилки. В следующий раз, если что, попросим. Я его все время нет. Что, еще будем прачку делать? Да, Саша, у меня просто тебе предложение. Ты говоришь, тупо, короче, вот, давай будем говорить честно, приказным тоном и все, и они должны исполнять. Не исполняют, минус ЕП, все. Не сказал, должны потрачены быть обилки.